Продолжаем выпуск. В Караганде выбрали мистера и мисс КаргГТУ 2017. Конкурс среди студентов университета провели в честь казахстанского праздника влюбленных Козагорпеш и Баян-Сулу. В нем участвовали 10 пар. Молодые показывали не только свою красоту, но блистали знаниями о традициях и обычаях народа. Студентка первого курса Ульжан Ишанова готовилась к конкурсу на протяжении месяца. Девушка учится на факультете инновационных технологий технического университета. Она и ее кавалер тщательно продумали каждый номер. Мы очень долго занимались, очень долго готовились. Было очень разных ситуаций. И у нас самый лучший творческий номер. И лучшая пара. По словам организаторов, участие – уже большое достижение для конкурсантов. Ведь прежде чем отобрать 10 пар, они провели большой кастинг среди факультетов. Поэтому каждый конкурсант уже лучший среди своих сокурсников. Мероприятие проводится второй раз. В прошлом году у нас участвовали только девушки. В этом году к девушкам присоединились парни. Мероприятие приурочено ко дню Козагорпеш Баян-Сулу. Конкурс проходил в 5 этапов. Короны мистера и мисс КаргГТУ завоевали студенты архитектурно-строительного факультета Султан Суйкымбек и Сара Нуржан. Я ожидаю, конечно, что только вернется, но победили, конечно. Друзья тоже, вице, они тоже поддерживают. Спасибо всем моим друзьям. Вице-мистером и вице-мисс стали студенты горного факультета Мейрам Худайбердиев и Мадина Спанбетова. Звания вторых вице-мистера и вице-мисс удостоились студенты транспортно-дорожного факультета Ельнур Акашев и Нурай Куджанова. Все конкурсанты награждены ценными призами и дипломами. Айем Амрина, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.